Здравствуйте, мои дорогие. Вот и закончились выходные дни. Я была на дачке, ничего не снимала, отдыхала, парились в бане, катались на снегоходе, ну, дышали свежим воздухом. Короче, отдыхали. Все было прекрасно. Вот. Но наступили будни, и вот опять я вернулась мотивировать вас к 15-минутной, ну, уборке квартиры. Но перед этим я хотела бы поздравить мою подписчицу. Это девочка Мария Классина. Ей 16 лет. 29 числа как раз у нее будет день рождения, и я хотела бы ее поздравить. Она около 9 лет занимается танцами, также графическим дизайном, живописью, любит готовить, очень любит фотографировать, безумно любит собак. Мария, я вас поздравляю с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, долгих лет жизни и всех земных благ. Вы только начинаете жить. От всей души я вам желаю хорошим человеком быть. Всего хорошего вам, Мария. Ну, а теперь немножко я показала вам, как я отдыхала, как провела, ну так, чуть-чуть, капельку выходные. Очень хорошо на даче, снега еще много. Вот. Ну, в общем, все было отлично. А теперь хочу предложить вам мотивацию к уборке. Сегодня у меня расхламление пластиковых контейнеров. Это моя головная боль. Никогда у меня там порядка нету. Наверное, 2 раза в месяц убираю, и толка нет. Если я еще что-то беру, ладно. Но если кто-то левый, место... Ну вот, мои дорогие, а теперь у меня по плану приступаем к размусоливанию вот этого ящика, где у меня все контейнеры. Надо что-то придумать. Не знаю, сейчас по ходу буду придумывать, как их сложить, чтобы аккуратно... Потому что они уже как бы у меня так в разбросанном виде. Ну, предварительно мы должны все вытащить, помыть ящик. Если где-то какие-то плохие контейнеры, размусорить, убрать. Ну, у меня это пойдет что на дачу, что останется. Потому что на даче всегда все надо. Где под краску, где там что-то замешать, где что-то там. В общем, посмотрим. Вот я вытащила ящик. Здесь, видите, как бы грязноватенько. И здесь пустой ящик. Вот это все перебрать нужно. На полу там все, что надо помыть. И мою я. Мыть я буду вот этим средством. Очень мне нравится. Очень. Универсальное чистящее средство Soda Frosh. Ну, вообще, вот эта фирма. Мне очень нравится, как кондиционер для белья. Я вообще, мне нравится и шиповник, и хлопок. Вот. Так что продолжаем. Ну вот, мои дорогие, то, что идет на дачу. Я собрала то, что с крышечками, то, что еще подходит там для каких-то фруктов, для каких-то там. Ну, в общем, на даче это все пойдет. И то, что у меня получилось, вот здесь. Санбоксы, чтоб муж видел, он когда на рыбалку идет, их берет. И теперь здесь остались все как их, контейнера, которые с крышками. Крышки я вот поклала так в рядок. А здесь это, если нужно взять, не знаю, надолго это или нет. У меня вечно проблема с этими. Но я сейчас перебрала, половина уйдет. Поэтому я думаю, что вот это будет для меня само то. И еще я хочу показать. Сейчас. Вот есть у меня вот такая штука. Это хранение этих пакетов. Я, конечно же, их так не храню. Это вот я была на даче, отдыхала. А без меня муж ходил в магазин. Там где-то что-то еще. Ну, в общем, приносил, он всегда так кидает. А я после него перебираю. Здесь, смотрите, раз. Пакет 2, пакет 3, пакет 4, пакет 5, пакет 6, пакет
7 пакет. Я их вот так вот делаю. Видно, что здесь моя работа. А папа кладет лишь бы. И вот сейчас посмотрим с этих 7 пакетов. 5, 6, 7. Что получится? Как аккуратно они будут лежать? Я покажу, как я их складываю. Вот я сейчас покажу, как я их складываю. Ну, я все не буду показывать. Я потом их сложу и это покажу один. Вот он берет вот так вот и бросает. Я их беру. Сначала нужно их выровнять. Вот. Эти пакеты, они такие хорошие, тугие. Какие у меня такие, ну, тоненькие, все. Там я то для мусора, то в мусорное ведро, то, что нужно выкинуть, они у меня отдельно будут. Ну, тоже сложены. Вот, значит, берем, вот так вот складываем. Раз. Видите? Два. Ну, наверное, уже все знают, но просто я показываю, мало ли. У нас новые хозяюшки появляются, может, кто-то и не знает. Три. Ну, хоть сколько раз. Вот. И получается вот такая одна полосочка. Вот. Видите, одна полосочка. Я ее вот так. И теперь делаем вот здесь треугольник. Смотрите, раз. Треугольничек. Теперь как бы прямо. Потом опять раз. Треугольничек. Опять прямо. Раз, треугольничек. И пошел вот так вот треугольничком делать. До конца. И теперь последний треугольник. Вот эти концы, вот эти вот, я вот сюда вот засовываю. Вот. И получается вот такой треугольничек. Маленький, аккуратненький. Такие я, конечно, я их вообще не люблю. Такие я просто складываю. Так. Это которые не майки. Ну, сейчас еще один покажу. Сначала стряхнуть, его нужно выровнять. Потом так. Я уже как-то наловчилась, а для меня это очень быстро. И начинаем. Вот, равняем. О, делаем одну полосу. Вот, сделали так. Теперь делаем треугольничек. Раз. 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 И до конца так. Вот. Я делаю. Засунула сюда. И получился такой треугольничек. Если надо идти в магазин, так я взяла так. Жвеньку кинула в сумочку. Я уже знаю, какие хорошие, какие нехорошие. Так что меня никто отсюда не берет, только я беру. Знаю, что какие хорошие дети, муж, они все покупают пакеты. Я как бы не покупаю. Так, ну покажу, что получится. Сейчас эти все сложу. Ну вот, мои дорогие, что получается здесь? Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И тринадцатый этот большой черный. Аккуратненько сложено. Все, надо, взял, пошел. Ну, так делаю только я у нас в семье. Потому что не желают. Ну вот, мои дорогие, если кому понравилась моя мотивация на уборку, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего новенького. Задавайте вопросы. Пишите комментарии. Всех благ вам, мои дорогие. Всего хорошего. Удачи. Пока-пока.